Общественный совет, созданный при отделе Министерства внутренних дел и приступивший к своим обязанностям в октябре 2011 года, складывает свои полномочия. В нем работали представители из разных сфер, от сотрудников СМИ до служителей церкви. Совет – это своеобразная соединительная ткань между отделом внутренних дел и народом, доверие которого в доблестную полицию падает. Судя по опросам, проведенным членами совета, жители в целом, несмотря на критику в адрес представителей силовых структур, все-таки оценили работу полиции как удовлетворительную. В ходе дискуссии о том, нужны ли общественные советы и приносят ли реальную пользу, ответ был однозначный. Их наличие подтягивает и дисциплинирует работников. После посещения изолятора временного содержания было указано, например, на необходимость организации комнаты для свиданий, оборудование территории для ежедневных прогулок. Совместные дежурства по патрулированию города позволили изнутри оценить работу полицейских, составить объективное мнение и указать на недостатки. И данная акция она позволяет общественникам изнутри оценить работу полиции и составить объективное общественное мнение и донести его до граждан. Новому составу общественного совета предстоит еще плотнее работать по укреплению авторитета и доверия к работникам отдела внутренних дел, которые являются прямым следствием отношения полицейских к своим гражданам по типу известной фразы Маяковского «Моя милиция меня бережет».